Профессор Оксфордского университета выступил с лекцией в Елабужском институте Казанского университета. В рамках визита доктор философских наук Сатирос Эндрю Мусалиму встретился со студентами факультета иностранных языков. Спикер отметил высокий уровень владения аудитории английским языком. Хотя во время этой встречи у меня не было такой возможности разговаривать обо всем, что их волнует, но все-таки я видел, что они заинтересованные люди. Они интересуются миром, они хотят знать, что происходит в мире, они хотят знать о своих собственных возможностях в этом мире. Я сама ездила по программе в Китай, и то есть для меня это был большой опыт, и сейчас, слушая профессора из Оксфорда, который выступает перед нами в нашем университете, я понимаю, что в принципе все реально, и мне предстоит обучение в магистратуре, и я считаю, что нужно где-то даже попробовать, может быть, подать заявку такие мировые университеты. Гостем лекции стал Николай Артемьев, заместитель начальника управления международных связей Северо-Восточного федерального университета. Мы уже 2 года работаем по проекту «Erasmus Plus» с Казанским федеральным университетом. В этом году мы загрузили 2 заявки. Мы надеемся, что обе заявки одобрят, и мы начнем нашу работу совместно. Возможно, да, мы планируем обмен, внутренний обмен студентов между нашими университетами, можно на семестр или во время практик. Профессор Оксфордского университета провел с молодыми учеными мастер-класс по научным публикациям в рейтинговых журналах. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества университетов и возможности совместных проектов. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Денис Сипайлов, Универньюз.